Вон там город Чехов. Вон, видите, вон там его зубы. Такие высококачественные, белоснежные, каменные зубы. Ну, почему я еще... Я об этом сейчас говорю не в ироническом, а в очень положительном ключе, потому что это так называемые натуральные панельные дома. И вот это современная манера пенопласт обивать пластиком и, как говорится, утеплитель на облицовке. Облицовка на всяком рода декоре. И в итоге все равно получается результат тот же самый, только выглядит как подделка. Да и, понимаете, красота всегда теряет. Когда присутствует подделка, красота, как правило, страдает. Вот опять участок сосновый, у нас темные сосны. И вот.